наша боевая машина будет отремонтирована. Энергии молот Хадира. Считается, что он может обращать в лед целые армии. Всем привет. Привет. Привет, привет. Из дворков собрал, если вам ачивка нужна, подъезжайте в центр карты примерно. Два куда? Просто идите к боссу и увидите меня. Назад что-то побежали. Слышно меня? Да. Зачем? Там наушники только купил бы.
Вейдер, ты здесь? Что, умираете все? Олег. Реневал тут. Короче, тут эти дворфы мертвые. С нулем хп бьет. Короче, надо что-то, я не знаю, обнулять или что-то. Хер его знает. Води, води. Че? Просто их бить можно, бейте. Рогу 2.5 ГС возьмешь или нет? Тут фул. Ну я уже как бы в рейде. Нет. Ну тогда кикайте, берите поклонскую или кто там. Кого, туканы? Да. Чем мы Трофима взяли в рейд, если у нас тут люди с гильдии? Попросился, не знаю. Чувак сидел у нас в РК, попросился, я не знаю кто. Он же порит очилился. Ну, кикайте, возьмите с гильдии, чё. Два человека написало, что он тут от стрел не убегает и так далее. Это тот чернокнижник, тот ШП, который Трофина, да? Наверное. Да, тот ШП. Так кикайте его, пускай это самое. Отдыхает. Тот ШП, это какое? Ну мы делали посланника, короче, он ТПС херовый давал, короче. Ничего не умеет, ничего не знает. Скиллы не знает, ничего не знает, короче. Он с кнутов и прямо, да? Круто ему. Ты тут, Трофина? Я слышу, слышу вас. Ты с это, с код доступа рай, что ли? Ага. Ну, типа, если его брать, как бы, какие-то ачивки будут запороты, типа, телефобии, там, считай это вагон. А мы что делаем сегодня? Фаст или что там? Зачем вы здесь делаете ачивы дворформа и дом? Для чего вы это делаете? Короче, что-то забагалось, надо то ли обнулять, то ли обнулять, что-то делать, потому что куча мобов неизвестно откуда идет. И они мертвые, короче, продолжают вешать бой. Это гильдали с Джереном нагрели. Мы же хотели ачиву сделать. Вот, получаете ачиву. Надо, наверное, ливать отсюда, что-то пересекать. Это мобы, которые стояли здесь, вот. Вот здесь у портала. Надо как-то сделать, чтобы все из инста сейчас покинули инст. Все. Не, так может распустим рейд, пойдем уже отдыхать. Да, можно распустить. И собрать, чтобы боя там не было. Вот это вот. О, загрел, отлично. Там бой сейчас никак не пропадет, потому что люди сейчас в инсте находятся, это до пизды вообще. Сейчас можно час сидеть и смотреть, как на них будут мобы бежать. Все, давай пересоберемся. Прессуйте все. Не, не надо ничего прессовать. Ну куда? Ну кого ты слушаешь? Господи. Ну а что мы будем делать? Ну, выходить или нет? Сесть в машину и вайпнуться, и все. Всем вместе, всем в тачке.
Сейчас опять все чисто. Так у нас пол рейда стоит у инста. Так надо всем сдохнуть в инсте и, наверное, постоять вместе с нами. Ну я помер и стою у инста. Ну чекните, может там кто-то еще не помер в инсте. А, ну да, ты прав. У нас же КД есть, тогда можно распускать. Ну, я же хорошо, что сделала драники. Ну, Лока сначала кикнет, что... Да, дранички, заебись. Сука. Да-да. Теперь понятно, что ты рейд хочешь распустить. Я тоже распустил. Ну, я сейчас зашел, боя нету в инсте. Да. Это хороший знак. Чё, садимся в машину, умираем? Нет, там мобы опять. Нет, подожди, нет. Мели, да, и Релла стрим. Реку Трамолу. Ладно, как это, убьёте Левиафана, только зовёте. Кто наливал с платья? Англия. Что, если рейс не сядет, профильный разрушитель и не убьет мобов, которые идут с маяка? Единственный живой остался. После того, как кинул драник, да? А если рейс, ты в РК? В РК. Может, ты сядешь в трофейный разрушитель, убьешь этих мобов и маяк, с которого они идут, но не будешь камень возвращения прожимать, который сбивает мобы? Там, по-моему, не загрел никакой маяк, эти мобы просто, которые... Нет, эти мобы идут от маяка, который сейчас уничтожили. Или он уничтожился, не знаю, они оттуда шли. Они, короче, из сдохших маяков идут, блядь. Кто еще не вот? Англиф и Войд. Че там больно? Извини, Трофина. У тебя просто место... Не осталось для рейда, у нас тут все гильдейские. Не знаю, почему тебя взяли в рейд. Какая-то мискоммуникейшн вышла. Ну ладно, ладно. Хоть послушаю вас. Ты можешь послушать остаться. У нас и так тут еще с гильдии люди плюсуют, а рейд уже фул. Спасибо людям, которые решили сделать еще вот Дворф Армагеддон во время гирейда. Это ни при чем, я убил всех дворфов. Нет, не убил, потому что они здесь забагались. А, это другие дворфы, я же тебе сказал, это те, которые стояли у портала. Так что, вы будете выходить с инста все 25? Нет, можно просто зайти сейчас и все. Уже все разбагалось. Маяк, который сагрили и с которого выходили мобы, его убили. Вот. Это хорошо. Да. Думаю, это хорошо. Это добрый знак. Добренький. Нос, ты тут? Где еще так? А с Жирен кто у тебя там сидит? Никто, я сам. Видишь, эти мобы, они по-прежнему здесь. Они не измыка, они мертвые. Ну так не агри их.
О, не стали с хп, прикольно. Давай так. Просто... А, ты хочешь назначать там? Да? Ну да, там... Кто умеет стакать колчеданы? Ой, не стакать, подбирать колчеданы. И стакать, и подбирать. Плюсики быстрее, давайте. Так. Подбирать колчеданы. Джаспанг, звезда, гильдаль, кружок. Англи, фромбик. Садитесь в пассажирские места. Водители будут... Озион, звезда, бутербол, кружок. Кто умеет стакать колчедан? Казарак, садись в ромбик, будешь стакать колчедан. Двоечку нажимать. Джерин, кто у тебя в машине сидит? Я сам. А как мне сесть, ну, к тебе сесть в машину? Ты подумал? Я вылезу, посадишь. Отлично. Кто еще умеет стакать колчеданы? Подбирать колчеданы, выделять жидкий колчедан, нажимать крючок на панельке. Физифилакс, садись, трофейный разрушитель, без метки. Сел, да? Молодец. Трофейные разрушители укомплектованы. Киллер Стар бегает по платформе, агрит мобов. Молодец. Да я вообще Васичу. Ну блин. Видно это. Так, ну, рот... Поскакал, покакал, чё. Рот Рамблер тут? Да. Кто у тебя в машине сидит? Воет. Этим все сказано. Ну давай тогда. Звездочка. Кнос, садись в звездочку. Кнос, ты здесь? А ты чекни его на ФК по-любому. Не знаю, сейчас... Напиши, что ты Кнос в ВК. Здесь в чат. Мутный парень, метку под морду почти вынес в обычке. Не знаю, может он тактики не знает. Кнос, ты тут? Ладно, давай его кикнем пока. Легче мне задачу. Так, ладно, Мели Сунели, залезай в звездочку, будешь пассажиром. С пушки будешь играть по боссу. Айс Фриз, садись в звездочку, будешь водителем. А кто в квадрате раньше был? Айс Фриз. Понятно. Вата, ты тут? Садись в квадрат, будешь подбирать колчеданы, вон жидкий колчедан, двоечкой, только когда начнется бой. Вот. Справа от карты, точнее снизу справа возле карты появилась моделька машины, там есть два места. Пассажирское и водителя. Сядь в пассажирское место. Все. Там есть двоечка, крючок. Во время боя подбираешь жидкий колчедан. Отлично. Повороте, ты тут? Так, садись. Ладно, садись в эту звездочку. Киллер Стар, садись в кружок. Там слева от тебя. Не туда бежишь. Прямо, да, туда. Будешь пассажиром. Кто еще без машин плюс поставили? Вот, фибрилляция. Возьму я фибрилляцию вместо Кноса. Так, Виталий
Икун. Я знаю, я туда сяду. Ты будешь пассажиром Киллер Стар. Виталий Кун. Звездочку пассажиром. А, нет. Зачем? Почему, Виталий Кун, ты плюсуешь, если ты в машине уже сидишь? Ты что, ненормальный? С какой машине? С какой машины? Я на маунте сидел свой, на мотоцикле. Я подумал, ты на чопере. Ну я не стал бы же так делать. Знаешь, многолетний опыт мой столько видел. Насади звездочку пассажирам. Это не пассажир, это водитель. Я понял. Угу. Амура, садись в звезду, будешь водителем. Артвейдер, садись в звездочку, в чоппер. Там Белин сидит. Ну, там можно два человека вмещать. Белин просто хилит этого чувака. А, нет, вот еще чоппер есть. Иди сюда, чувак. Звездочку. Теперь посмотрите внимательно, кто сидит у вас в машинах. Джерин, кто у тебя сидит в машине? Никто. В повороте. Чтобы если мы вайпнемся, вы не забудьте, с кем вы сидите. Сначала садятся пассажиры, потом водители. Поворот, если с тобой сидит Поклонский, то на следующем трае с кем ты садишься? Правильно, с Поклонским. Джерин, ты тут? Джерина нет, АФК шит. Ваня, ты тут? Да, да, я тут. Ламура, ты здесь? Сейчас напишем фибрилляции. Не надо орбита. Нет, ну пошли тогда без нее начнем пока. Попробуем, да? Да. Проклятие стихии не забыть. Чума орбитаж, ну о, нормально. У вас получилось! Оборона Ульдора прорвана! Еще чуть-чуть. Киллер Стар, а ты с кем сидишь? Со мной? Да, с тобой. Ну, прочти сначала, ну что там, какие скиллы есть, прочти их. Да там что-то ядро, какая-то еще шляпа, ракета какая-то там воздушная. И последний не помню. Нет, там по-другому написано. Ну я вкратце и сказал. Ну, если ты правильно прочитаешь, то поймешь. Прикиньте, еще кто-то. Еще раз. Выстрел из пушки. Выстреливает пушечным ядром. Скорее всего, этим ядром нужно бить по боссу. Не, это я понял. Но... Ракета взрывается при контакте с воздушными целями. Это ракетой надо сбивать в воздухе колчеданы. Видишь, жидкий колчедан такой. Ну, понял. Ну, а троечка, генератор защиты. Это твой деф. То есть, если осадная машина подъезжает к боссу, допустим, сбить каст, ты нажимаешь генератор защиты. А еще вопрос, куда ты уехал? Я никуда не уезжал, я в Киеве. Я спрашиваю, где ты сейчас находишься по машине? Да, фиг. Стреляться украл у меня машину, зачем-то беспредел какой-то творится. Ну вот я здесь стою, ну. Мне уже нравится этот вид. Стреляться, садись с пассажиром в чоппер, тебя там похилят, ты не умрешь. А давай сейчас одну льду пронесем и сразу еще вторую. А после имбов пойдем. Просто самое интересное, у меня есть рейдер, ачива, но потому что я еще толком не изучил льду. Ну, я тоже не изучил ее. Сейчас запустится. Сейчас она сама выйдет.
само выйдет, да? Еба. Ой! Кто это? Карабас вышел. Давайте настакивайте толчедан. Сразу до 10, он не будет двигаться 21 секунду. У кого-то 8 стаков, у кого-то 5. Ламура, отъедь подальше от босса пока. Сейчас будет смена цели босса. Он движется на меня. Кажется, нужно валить отсюда. С огня выйди. Надо сбить каст. Убивание. Убивается двойкой с осадной машины. Ну ладно, это было сложно, понимаю, ничего страшного. Еду к воротам, откуда вышел босс. Смена цели 3 секунды. Отъезжайте от босса. Огненное дыхание надо сбить. Ламура. А, понятно. Ничего страшного. Чё ты по лужам ездишь, блин? Видите, разливается красная фигня. От неё надо убегать. Джерион, 250 тысяч в машине уже. Няга. Смена цели скоро, 5 секунд. Езжаем подальше от Левиафана. Вот, прожимай защиту сейчас. Нажал. Пец. Отъезжаем от кругов. Столбов света вот этих. Они замораживают рейд. Вот чедан сверху сбивайте. По углам съесть. Смена цели. Давайте к воротам едем. Куда босс выходил. Вот куда босс едет, там в углу сверху колчедан можно сбить. Осадными, да? Убивается чопперами, замедляется чопперами. Ни одна из осадных машин не сбила каску на меня. Не нравится это. Меня не сбивал ты. А вы кидали проклятие стихии? Я нет. Нет, не кидали, Али. Ну да, я ж не сказал, что надо кидать. 13% получаем урона не было у боссов. Если я его закину, я потом зайду в осадку. Ну, разрушитель. Ну, если ты сидишь водителем, то да. Не, ну ты водитель, я специально тебя водителем поставил, чтобы ты спокойно вышел и дал проклятие. Пишите в белый чат, водить, пассажиры, где кто сидит.
Лам Ра уже села, наверное, забагала машину, да? Или там сидит пассажир? Забагала, ранее договорились. Знаю я вас. И кто там сидит? Далеко. Клонский потерялся. Да я жду, пока Киберстар сядет в тачку мою. Сложно. Я за тобой бегал, следил, а прыгнул в чужую. Что ты говоришь? Я говорю, за тобой бегал, а прыгнул в чужую. И что это значит? И короче, я тут как просто тупое тело оказался. И, ну, продолжай. Кто сел в мой чоп? Продолжайте мысль, развивайте дальше. Урок номер один, первый класс. Что нужно дальше сделать, если вы сели не в ту машину? Повороте. Понимаешь, что мышку, я вытесню, не могу тоже. Так ты, наверное, выход из мира нажми. Как? Хорошо, да, по-другому. Ты, допустим, не в ульде, и у тебя завис клиент. Что ты дальше делаешь? Ну вот давай считай, 12, 11, 10... Кликинг станок будете запускать. Релогаешься ты, да? А, запустили. Да, релогуюсь я. А зачем босса запускаете? Не знаю, зачем поворотом стреляют. Он, наверное, проклятие вешал, да? Кто? Не знаю. Ну, пошли стрелять. Знаю, у меня на оскорбление провоцируете. Вы, ну, не убьете так. Падайте. Выходим с тачек. Покинуть даю тачку. Да. Спрыгнуть, нажимайте красная стрелочка. У вас есть здесь, потом я прожимаю Alt+F4 и играйте без меня. Это я же кинул, когда его спулили. Ламруа, Альте, Хазрака, Сфиз, покиньте свои машины. Нажмите красную стрелочку спрыгнуть. Покиньте машину. Альте. И сдохните. Альте, ты тут? Может еще такое, кстати, быть, что он сейчас машины вот эти без игроков будет добивать. А вот есть, конечно, слабо бьет. А зачем ты садишься в чужую машину и застреваешь там? Господи, ты рядом стоял, ты прыгнул, я прыгнул. Я никуда не прыгал. Ну ты пропал у меня с экрана рядом с этой машиной, вот я и прыгнул туда, чё. Да не, ну я никуда не прыгал, ты, наверное, выпил что-то, померещилось это. Да хорош, я тебя вижу, чё. Ты сел в рефейную осадную машину другого водителя, сам его забагал. Вся. Но говорит, что сел в мою тачку.
Ты лучше не бегайте туда-сюда, а то сейчас КД словите на вход и будете сидеть 15 минут ждать. Копара возьмем. Не, ну что, можно? Да, копара там взять, бёрна вместо вас, которые не могут в тачку залезть, пули там нормально. Закончился бой. Ну, он должен все машины убить, потому что... Ну да. Прессайте теперь мне. Классно. Кто-то на этого Трофину еще гонит. Так-то есть кадры, да. Ловерман в РК сидит, что-то. Гильдию хочет к нам. Где ты лежишь? Возле осадки. Ловерман это с каннибалов, который каннибал корпус, как и так она называлась. Был у нас прист, потом Welcome to Hell был. Ливно с гильдии, нашим пристом с гильдии, пошел в другую гильдию, сейчас что-то льду к нам постоянно просится. Какая логика у людей, я не понимаю. Так, повторение, мать учения. Две машины у нас, и нас четыре человека. Поклонский Лучбир сел в левую машину. Киллер Стар, тебе в какую надо машину сесть тогда? Наверное, в правую. Давай, попробуй. Угу. Отлично, повороте. Мы разобрались. Давай, не надо меня, да, подъёмывать здесь. Получилось и получилось. Чё сейчас? Буду до конца жизни подъебывать, если будут такие затупы. Так. Альтея, ты здесь? Садись уже куда-то. Куда ты там садилась? Если вас не стреляйте. Подъебывать, вы никогда не поймете. Кто-то рассказываешь, вам рассказываешь, вы не понимаете. Буди, кто тебя водит? Нет, я водитель. Варкона, кто пассажир? У меня сват. Yes. Ваня бросает. Все, все подтвердили готовность, можно начать. Проклятие стихии только, ладно. Так, эти 10 бафов. Я собью каст. Прожимаю эту девку. Кто-то проебал стаки. Ну это сложно. Понимаю. Сзади босса куча колчедан. Ну там лучше осторожно. Они пока не двигаются. Вы можете подобрать. Ламура, уезжай в сторону ворот, откуда босс подъезжал. Сейчас смена цели 5 секунд. А, все, да. Бери еще гильдер. Огонь идет, осторожно. Не-не, зачем он ускорил? Блин, а почему ты туда поехал? Привет. Да, отец. Смена цели 3 секунды. Подъедь там, чудану.
что у вас вов? Да. Так, вот сейчас начинаются двигаться лучи. Надо от них отбегать. Рывком от луча быстрее. В огне сдохнем сейчас. Блин, у меня нет ускорения. Только три разрушителя стакают. Три разрушителя стакают еще более-менее. Два. Не знаю, мне показывается 4. Там, ну, там 10 стаков, надо смотреть тут. Стаки не теряйте на боссе. Они не должны спадать. Гильда у нас лежит, бери. Рядом с нами прям лежит. У меня уже все пропало, панель это. Ну что ты у меня уже? Не, мне показывают, что я на машине, но панель сама подбирания и вот это всего пропало. Да? Бывает такое. Вот, я живой, не дух. Я сейчас пересел на твое место, попытался подобрать. Тоже все пропало. Рецепт. Вижу. Пошли стакрелы убьем Игниса по-быстренькому. На мать упавших. Вот. Про трамблер. У тебя есть БДК? Танк. Но я в танке и пошел. Я в танке. Отлично. Плюс один танк в гильдии. Хорошо. Давай, Белин, будешь танчить тоже. Пролим выкройку. Тапки на ДФБ. Пацаны, приличный рецепт сролил, а то обычно энховские сроливаются всегда. Вот тут более-менее нормальный. На рецепт вроде как. Да нет. А, да, утро было. Сейчас отдам. Ну да, это ж не на энха. Фибрилляция, тебя в луте нет. Наверное, далеко было от убийства. Так, так, так. Я могу, в принципе, с 25 вообще весь шукнул. Так, вы где сейчас? На, вижу. Сейчас я поставлю пати. Так, кто у нас? Меня или Энхом, Хазарак. Там некем. Давайте ролить на место за хилов, сейчас я покидаю всех пати. Да я могу на хила зайти, больше ничего не надо. Я хилом пойду. В смысле, а чё ролить? Вместо хила. Кто выиграет, тот идет ДД. Кидайте ролл, что-то седьмая пати. Я сразу пойду хилом. Надо еще один хил. Кидайте Азарак. Да, нет.
Че, мне в хил одеваться? Нет, оставайся в энхе. Кто проигрывает, тот остается в хиле. Так, сейчас я расставлю пати. Да. Да, прикольный составчик собрался. Есть у кого рыба? Стоит справа. Стоит. Пушили, начнем. Подростка мы будем переводить? Как хочешь, ну, вообще без разницы. Да тут за ДПС хватит. Приоритет убийства мобов первыми. Скину метку. Вот этот чувак, часовой. Он раскидывает вихрь и ваншотит меликов. Чё, как так пал прото и без бафа прото? Повтори. Ну, паладин протик вроде, но бафа прото на нем нету. Значит, зачем? Это я даже забыл. Типа что-то миньон бафа, что ли? Забыл, наверное. Хватит часового, играйте быстрее. Лучше не сводите их в одну точку, танки. Короче, Ване все буду отдавать, там говорить, если что-то надо. Не, у меня сумки и места мало. О, Ваня, какой ник. Твой Starfall. Как там? А, я на Void Force сижу, короче.
Войд тогда на Озионе сидит. Отдавай Войду все. К радости. В любом случае проигрыш. Давай, Войд, мы моб начнем кастовать, даешь ему стан. Давай. Не успел, ну ладно. Это второй. Ой, Поклонский левому, Виталик он правому. Как сейчас. Как сейчас. Так же стан даем. У меня кады на стан. Ну, а, бывает. Что тут скажешь? Пожму мастер аур. Как вам анбаф? Обычный. Не передавай мне ощущения. Ничего там такого прям супер нету. Страй. А ДЦ все равно дно. Ты, блять. Нет, Иисус лик добычу распределяет. Ну а кто тогда? Я вижу, что ты со своего ника там, ну ака. Он ДК передал распределение добычи. И сейчас ты мне говоришь, что Олег распределяет. Значит, что это не Ретрик распределяет, а ДК на самом деле. Как это нет? Ты только сейчас сказал мне, что Олег распределяет добычу. Хильте. Ну. А зачем при распределении передал ДК тогда? Не знаю, не передавал. Да, глюки какие-то, все нормально, Олег распределяет по-прежнему. Понятно, короче. Там кто-то гуся будет. Ой, кстати, недавно видел Вара на БГ. У него спек 31-40, по-моему, был. Не до фурик, не до армс. Так это я был. Вот-вот. Демоны. Братвар? Братвар, да. Кольцо, пароль, пожалуйста. Тебе надо гильдию? Да. Я только начал собирать. У меня шмота почти нету, так что если тебе надо, то убери. Мне нравится, прикольно. То делаем быструю разборку.
И хм, что? Зачем хм? Хм? Давай хламоботов сделаем. Хм, он зачем? Мы же делали же. Тогда по фасту до йоги? Хотел сделать 9 жизней там, под мозг. Ладно, давайте чекнем и посмотрим. Ну давай по фасту до йога, потом вторую льду. Потом анбаф. Как Ваня говорил. Старт, ты готов? Дал топор Хризи Филадж. Клир старт, где? Видел, без меня мне приехала доставка еды. Зачем тебе доставка еды, если у тебя дровики есть? Чё делаем? Нет, это он мне написал, этот киберстар. Ну, пуляй босса. Хламоботом делаем? Нет, какие хламоботы? Кого ты слушаешь? Просто убиваем. Да давайте. Печаль, да да. Вы вот задумывались, как его делать, чтобы просить? Чё, хэмку? Быстро разборку делаем. Распевается сердце просто до 2 лямов. Лямов доводим и все. Блин, и хватаешь большой трэш. Что-то вне зоны. Стоп, стоп по сердцу. Больших мобов сыграли сначала. Не откидывайте его взаимно. Топайте по боссу. Не бить сердце. Бейте пока трэш. Можете сердце побить. Идем в вестибюль. Короче, я войду буду отдавать. Распределяет лут. Свято, дай стол, пожалуйста, вести блюдо. Странно, что демоны начали вроде дамажить. Что-то в последнее время вижу локов там в первых местах ДПС. Обнова сегодня. Блин, вот смотри, ты стал агреть весь трэш, посмотрев, есть ли здесь вообще рейд, еще не прожался. Сказал, прожался только тогда, когда я сказал, чуть не вот. Сейчас бы мы вайпнулись.
звездочку потом. Так, давайте сделаем последнего брундира, будем уверены. Нужно звезду в контроль, остальное трэш. Что не так сидит? Так, Зрак, давай в хила спекаться, надо помощь. Айсфриз в танка. Белин, танчи стали лома. Ротрамбер, Малгейма, Крис. Сначала сливаем Малгейма, потом стали лома. Брундира ты танчишь. Ваня, ты знаешь, почему ты так стал дамажить? Да, триксы. Сейчас тебе скажу. Гиллер Стар, ты тут? Да-да, здесь. МК, наверное. Нет, на нем есть один баф, которого нет ни у кого. Пройди. А, Амила. Кого бафнуть Амил? Одна штука. Она сейчас набаганная, поэтому дает больше. Она дух дает, смысл вары баф. Ну посмотри, там крит увеличивается в статах. Погнали, разбирайте танки, играем сначала в кого, я сказал? Малгейм. Пошли Малгейм. Айсрис, ты главное, когда умрет Малгейм, ты сбивай косты Брундиру, вот эту перезагрузку, шаровые молнии. Остальное все равно. Блин, включи печать порчи вместо печати повиновения. Так брони наберешь. И диспель себе магию тоже. Дальше кого, среднего или мелкого? Лилома. Это Лилома бейте, не Брундира. Трисси уже. Ну да, Трисси. Остался Трисси из Цеды. Ты думаешь, что Филипца убили? Да. Он тут высокий, этот жирный, а тут.
Здоровый жирный больше на меня похож. Это коренастый, да? Да, коренастый. Сейчас будет самое интересное. Че он там? Отбегайте от перезагрузки. Да, я просто не увидел, смотрел на сталелома. Ладно, от перезагрузки отбегайте, а все остальное общественно. Никто не умер, да, даже? Я попаду. Погоди, еще 6 миллионов сливать. Смотри сейчас, что будет. Такие трюки вы... О, нет, о. Убегайте! Он взлетел. Почему они наносят урон людям, которые рядом с ним стоят? Ну ладно, наверное. Циркуль ставил. Чем ближе его... к своему врагу... Короче, его поломали. Тем больше безопасности. Да. Понятно все. Интересно, вас удивляет то, что его поломали, или то, что он, ну как бы, то, что он правильно работает, или то, что неправильно. Для меня бы удивило, если он правильно работал. Мне кажется, и вот этот каст нельзя сбивать тоже. Надо захиливать, прожиматься. Это еще эпичнее было бы. Смотри. Выкрик, а Найнха сейчас по-любому с рулем. Почти. 94. Ты старался как мог. Что у меня такая где-то валяется? Только с окопом и за 600 голдов выставила. Меч на холипала и на ханта. А это где-то гривен. Где-то гривен. Голды 500 где-то будет стоить. Глаз на ДЦ и ДК. Прикинь, на нашем сервере удалят весь шмот у всех игроков. Да и шо? Че будет? О, это будет место. Снова закачаем. ПК пойдем. Давайте попробуем сделать вот это. Просто его зергануть? Да, бить просто тело без рук. Ух, кто бы сомневался. Нормально, ачиво, мне нравится. Да, тактика а-ля Dark Stars. Отсылка на наш набор. Ебануть, сумните еще раз. Есть сум. У меня осталось смотреть. Так, а где босс? Кто он подумал, ну вас нахер и свалил, короче. Давай. Танка так и осталось. Рот Рамблер, Рамблер начинаешь. Второй Белин, третий Айсфриз. Человек на пол, бьем только от тела. Кулаки обновить. Почему кулак? Че, рост с пула? Да, я понял. Давай рост с пула, да. А каплю ник, скажите кому каплю. Кому кинешь, погнали. Не оставаться в хиле, Олег? Да, оставайся, просто не отверни. Погнали, давай, давай, пуля, пуля. Раскиньте там щит земли просто. Так, Билин, забирай босса, давайте рост. Резку прожми. Так, айсфриз забирай. Так, блин, можешь дать капельку на айсфриза. Сударная волна будет.
Так, Ротрамблер, прожимайся, забирай босса. Кроват, вот. Твой вампир. Блин, забирай босса, танчит до способила. Ну вот Виталик, он можно в Билли накинуть. Вот увлекательная ачива под названием 9 смертей или 9. Срочно на него надо отойти. Шрели боевого рака. Какой ник? М? Какой ник отходит? Хазарак. Насколько? Пошли левых. Пошли левых убьем на бок. Прям минутка, я прям быстро. Пошли левых. Да, это делаем. Сначала убиваем всех стражей. Ротрамбер будешь танчить босса. Все остальные танки будут таунтить. Защитника мы убивать. У нас очень много престол в рейде. То есть два крыла. Ну я могу зайти. Да не. Да я так сказал. Раньше было по 8, сейчас по. Так, подождем, пока танки настроятся и смогут стантить моба. Звездочки можно дать стан. Фью, я сам могу точно. Забыл, что я. Где по фразе вара надо отвернуть моба от рейда. Бейте второго моба с большим. Ретрамбер, прожмись, я тебе капельку дал. Знаешь, как танчить босса, да? Да. Главное, чтобы он смотрел на весь рейд. Пилил свой удар по всем игрокам. Звездочки.